Анимация принадлежит Радамриксу. Ссылка в описании. Нет! Нет, не трогай меня! Нет! Я не могу помочь тебе, когда ты отказываешься от моей помощи. Если я тебя не вылечу, то ты умрешь. Прими ты его помощь уж наконец. Ладно. Видишь, в медицине нет ничего плохого. Желтый не был предателем. Зачем они его выбросили? Он был невиновен. Ты знаешь условия голосования, Синий. Нам нужно убираться отсюда немедленно. Они по ошибке выбросили Желтого, думая, что он предатель. Что если с нами такое произойдет? Но что будет, когда мы улетим? Предатель победит? Значит так, мы летаем отсюда, когда все спят. Ночью, что ли? Красный, ты спал? А, да, да, я спал. Сразу после задания лег. Нет, нет, ты не спал. Иди в кровать. Мы с Белым тебя разбудим, когда нужно будет выдвигаться. Да, хорошо. Уже ночь. Я думаю, я пойду спать. О, подожди. Хочешь просканироваться? У меня тут сканер есть. Кто из вас двоих пойдет сканироваться? Я пойду. Только не сходи со сканера во время процесса. Что такое? Что с проводом? Надо чинить. Не волнуйся, мы починим сканер утром. Но только не сейчас. Ночью все спят. В общем, ложись пока спать, утром Форт Зеленый починит. Утром так утром. Ну что ж, до утра! Опять Синий свой планшетник оставил. Слушай, Красный. Мы можем не убивать Серого. А почему нет? Серый неплохо лечит. Он точно не предатель. Иди сюда, гнида! Ты, черт возьми, убил Желтого! Ты точно не будешь защищать команду! Я убью тебя! Ты серьезно собираешься меня зарезать? Да они убьют тебя! Они узнают, что ты предатель! Ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Никто меня не убьет! Синий и Белый будут защищать меня! Они мои друзья! Я не думаю, что они друзья тебе, ведь ты предатель. Они мои друзья, ведь я, в отличие от тебя, не убийца. Красный. Почему ты бьешь Оливкового? Оливковый предатель. Нет, никто из вас не предатель, это был Желтый. Он просто не выспавшийся и ничего с просонья не понимает.
Крас, ты просто отпусти Оливкового. Никаких предателей на полюсе больше нет. Есть! И это Оливковый! Ты хочешь убить того, кто предателем не является. Не заставляй меня выбросить тебя. Ладно. Оливковый, ты в порядке? Да, все хорошо. Красный, мы все единогласно решили, что предателем был Желтый. Иди выспись, ты ничего не понимаешь. Эх, вы уверены, что с Красным все в порядке? Не знаю, как вы, но я точно уверен, что с Красным все хорошо. За эту дверь ты в безопасности от всяких паразитов. Ты не знаешь, кто является предателем? Это Оливковый? Да, это Оливковый. Мы с папой бежали от него, он хотел нас убить. Черт, я так и знал, что это был он. Хорошо, а Красный предатель? Белый, ты не спишь? Уже ночь. Белый, это же сын Желтого. Малыш снаружи был в опасности, его окружали паразиты, так что мне пришлось его спасти. Подожди, паразиты? Да, прямо на улице паразиты. Пойдем посмотришь. Вон там, за окном. Нету там никаких паразитов. Что? Ну, ладно, если захочешь спать, то просто разбуди меня. Красный, я скоро вернусь, надо встретиться с Синим. Мы тебя потом разбудим. Иди сюда, маленький. Ложись спать. Спи спокойно, малыш. Красный будет защищать тебя. Черт возьми, отстаньте от меня! Дайте поспать уже, наконец! О, нет, ты не будешь спать. Убивай. Нет, я не буду убивать. Будет. Убивай. Папа! Что? Я так скучаю по тебе. Малыш, не плачь и не бойся. Я, Синий и Белый, слушаем тебя. Ты можешь нам все рассказать. Мой папа точно умер. Ты можешь его спасти. Нет, малыш, прости. Он мертв. Я очень скучаю по своему папе. Что бы ни произошло, я, Синий и Белый, всегда будем тебя защищать. Мы можем быть как семья. Маленький, не переживай ты так о своем папе.
Ты знал, что твой папа всегда будет оберегать тебя, будучи ангелом? Ангелом? Да, маленький. Ангел-хранитель всегда будет защищать тебя. И этот ангел-хранитель – твой папа. Так что ты можешь не думать, что тебя кто-то когда-нибудь убьет. А тебя он будет оберегать. Ты хороший. Да, сынок. Я всегда с тобой. Тише, Синий. Это сюрприз. Просыпайся! Доброе утро, сонная голова! Синий, не кричи ты так, разбудишь всех. Ну вот, красный же спал. Мы тут принесли тебе подарок. Смотри, пицца. Ты сделал мне пиццу? Конечно, ты сделал мои задания, когда я был ранен. И я в знак благодарности решил приготовить тебе пиццу. Слушай, Оливковый, ты можешь сделать задание Синего? Давай, Красный, поешь! Я не думаю, что они друзья тебе, ведь ты предатель. А мы точно друзья! А вдруг я не сделал задание? О, Красный, конечно же мы друзья! А если ты не сделал задание, я тебя по голове настучу, дурашка! А мы все еще можем быть друзьями, если один из нас предатель? О чем ты таком ты говоришь? Смотрите. Мы друзья, да? Отойди! Отойди! Черт побери! Дверь заперта! Не приближайся! Ребят, вы чего? Я даже убить вас не пытаюсь! Если ты побежишь на нас, нам придется сообщить. Нет, не сообщайте! Красный защищал нас с папой, когда Оливковый на нас напал. Стой, ты правда защищал их от Оливкового? Да, это правда. Это я защищал желтых, когда Оливковый на них напал. Простите, что не смог защитить их на собрании. Желтый был прав, когда сказал, что мы с Оливковым предатели. Если бы выбросили Оливкового, то я бы умер следующим. Пожалуйста, не говорите никому. Я не хочу умирать. Синий, держи маленького. Нет, Белый, подожди. Знаешь что, Красный? Иди сюда, дружище. Я не позволю тебе умереть. Если ты защищал Желтого, то защитишь и нас. Вот, держи, Красный. Все хорошо, приятель. Мы сообщим о Оливковом, и они его выкинут. Вся команда полюса на его стороне, его не выбросят.
Уже ночь, а это значит, что мы улетаем отсюда! Красный, если весь мир будет против тебя, то мы синим всегда с тобой. Продолжение следует...